Двое южноуральцев попали в число лучших молодых управленцев страны. Гендиректор Центра кластерного развития Ольга Углева и директор филиала «Регион Медиа» Максим Абушаев стали победителями конкурса «Лидеры России». С лауреатами в Кремле встретился президент страны Владимир Путин. Ольга Углева рассказала главе государства о муже и детях, о своих достижениях и о приоритетных в работе проектах. Что хотелось, чтобы ребята, приходящие на работу, неважно в какую сферу, все-таки перестали слышать вот от работодателя такую фразу: «Забудьте, чему вас учили в ВУЗе, мы сейчас вас научим, как нужно работать». И благодаря работе с наставниками есть вера, что мы действительно придем к той системе, когда у нас будет работодатель работать в связке с вузами и вот прям рука об руку идти в этих задачах. Ольга Углева уверена, в вузах должны появиться наставники от предприятия. Владимир Путин идею одобрил. Ольга смогла и удивить президента, заявила, что в конкурсе «Лидеры России» обошла собственного мужа. В итоге супруг сейчас дома с детьми, а она в Кремле. Также с главой государства лучшие управленцы поговорили о стипендиальных программах квантовой физики и политики. Этот конкурс, чтобы он был не просто приятным для вас времяпрепровождением, но чтобы он еще был результативным с точки зрения вашего профессионального и служебного, и в хорошем смысле этого слова, карьерного роста. Мы постараемся сделать так, чтобы не потерять вас из вида. Федеральный конкурс и был задуман как поиск талантливых руководителей. Многими лауреатами уже заинтересовались в федеральных органах власти и бизнес-структурах. Молодые специалисты реально могут претендовать на высокие должности. 300 участников финала получили образовательные гранты в размере 1 000 000 рублей. А 103 победителя в течение года смогут получать консультации у таких профи, как президент фонда Сколково Виктора Вексельберг, председатель правления Сбербанка Герман Греф, а также гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров. В использовании потенциала креативных управленцев заинтересованные региональные власти губернатор Борис Дубровский предложил рассмотреть варианты возможного трудоустройства финалистов. Ольга Углева уже работает в Минэкономразвития региона. Предлагаю все-таки изучить потенциалы всех остальных финалистов, и мы будем рады, если коллеги найдут себя в работе в наших коллективах.